Перед вами санузел площадью 6 квадратных метров. И сегодня вам покажу еще один реализованный скрытый люк на нашем объекте. Обратите внимание, что плитка у нас 60 на 1,20 м. То есть плитка очень тяжелая. Одна такая плита весит порядка 20 килограмм. И очень важно, чтобы люк ваш не провис. Иначе потом вы не сможете его открывать и будете мучиться. Все люки, которые есть на данный момент на рынке, они алюминиевые, у них слабая конструкция, они не удерживают вес и на таком формате уже провисают. Шагнум висит уже 4 месяца. Вы сами видите, что стык абсолютно ровный. Подходим и одним пальчиком аккуратно открываем этот люк. За ним спрятана наша чудесная коллекторная разводочка. Также это аккуратно закрываем. Это очень удобно для детей и женщин, потому что алюминиевые люки обычно могут открыть только мужики, больше никто.